Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварим». Сегодня вы увидите рецепт приготовления куриных грудок в сливках с беконом. Для приготовления этого чудо-рецепта нам потребуется куриные грудки 6 штучек, бекончик какой-нибудь лучше копчененький, какая-нибудь натуральная приправа для курицы или какие-нибудь французские травы, вот как у меня. Одна луковка, 3 зубчика чеснока, сливки 10%, растительное масло, перец и соль. Нарезаем лук и бекончик. Лук с беконом обжариваем в сковородке с растительным маслом. Обжаривать будем минуты 3. В растительное масло с беконом выдавливаем 3 зубчика чеснока и все перемешиваем. Нарезаем куриную грудку небольшими кусочками. Добавляем к этой нагретой ароматной смеси нашу курочку. Солим и перчим ее и все перемешиваем. Курицу обжариваем до готовности, а курица, вы знаете, жарится быстро, поэтому нам хватит минут 7. Выливаем в курицу сливки и тушим под крышкой минут 10. И все. Это удивительно простое, ароматное и очень вкусное блюдо мы с вами приготовили. Осталось только его разложить по тарелкам, сесть за стол и поужинать вкусно. С вами была передача «Покашеварим». Я ее ведущий Виталий. Всем пока, до новых встреч!